Уважаемые мусульмане, Всевышний Аллах приказывает в Коране нам получать знания. Всевышний говорит своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, «Вакур Робби зидни ильма» и говори, «Мой Господь, добавь мне знания, либо же увеличь мои знания». Также Всевышний в Коране говорит, «Ярфа илляху ладзина аману минкум, валладзина уту ильма дараджат». Всевышний Аллах возвышает из вас тех, которые уверовали по степеням, а также возвышает тех, кому даровано знание. У знаний, дорогие мусульмане, есть три отличительные черты от имущества. Первое. Знание увеличивается, когда ты его расходуешь, а имущество уменьшается, когда ты его расходуешь. Знание является наследием пророков и посланников, а имущество является наследием богачей. И также знание оберегает его обладателя, в то время как имущество оберегает его обладатель. Прошу Всевышнего Аллаха даровать нам полезные знания и поступать в соответствии с ним.